Православные верующие сегодня отмечают прощенное воскресенье. По традиции в этот день люди стремятся примириться друг с другом, извиниться перед теми, кого обидели. А в храмах совершается особое богослужение. Прощенным это воскресенье называется потому, что в этот день на вечерней службе совершается чин прощения. Множество священнослужителей и прихожан сегодня вечером соберутся в церквях, чтобы участвовать в важном для каждого верующего событии. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий возглавит особое богослужение. Оно начнется в 16 часов в Введенском кафедральном соборе. А завтра начнется Великий пост, самый строгий, который продлится до Пасхи.